Череповчане, безусловно, видят и ценят участие ФосАгро и в развитии физкультуры и спорта. Это прежде всего программа, направленная на развитие детского спорта, программа «Дрозд», шахматный спорт, поддержка нашей любимой волейбольной команды, волейбольного центра, которая показывает высочайшие результаты не только на российском, но и международном уровне. Это поддержка программ образования и дошкольного, и школьного, и среднеспециального. Роль химии в нашем городе, я считаю, каждый год повышается. Вот эта отрасль, как никто другой, очень динамично развивается. Поэтому, конечно, мы встречаем наш профессиональный праздник с хорошим настроением, с хорошими результатами и проводим День химика под девизом, что празднуем все вместе, День химика для всех. День химика заслуженно вышел уже на городской уровень. Я поздравляю вас с нашим общим праздником, с праздником Днем химика, днем профессиональным, городским, семейным нашим. С праздником, уважаемые друзья! Ой, нам очень нравится, мы первый раз на таком празднике, поэтому мы довольны, в общем-то, всем. Вот. И хотелось бы побольше и почаще таких праздников. Все шикарно, ребенок наш выступал. Мы довольны. Все? Сегодня здесь будут мастер-классы для детей. Для детей в возрасте от 5 лет и, в общем-то, до лет до 14, до 16 дети могут заниматься. Также можно вот заниматься ребятам квадрокоптерами, это летная техника, и радиоуправляемые модели. То есть ребенок может взять и попробовать? Да. Вот в настоящий момент здесь ребята как раз катаются, могут сами все попробовать, сами собрать.